Долучимо Леоніда Гозмана, російського політика, президента загальноросійського громадського руху «Союз правих сил». Пане Леоніде, вітаємо вас в ефірі. Вітаємо. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що говорять у Москві про цей конфлікт і власне, що Росії з нього, з того, що він ніяк не вщухне? Так. Ви знаєте, Владимир Владимирович Путін говорить, що російський і український – це один язик. Он не прав. Это разные языки, поэтому я не уверен, что я все понял, что вы спросили. Может, вы перейдете на русский, я признателен. Добре, добре, перехожу на російську. А що в Москві говорять по поводу конфлікту в Нагорному Карабахі, да? І що, собственно, Росія з того, що ніяк не утихнет вот это вот ожесточенное противостояние? Значит, смотрите, традиционно симпатии значительной части, по крайней мере, людей, живущих в России, на стороне Армении, что, в общем, как бы естественно, поскольку Армения все-таки, ну, там, конфессионально, исторически ближе нам, чем Азербайджан. Из этого, разумеется, не следует, что люди не понимают, что всякие ужасы творятся с обеих сторон, и невиновные люди погибают с обеих сторон. Вот. Но мне кажется, что важным для России являются два, как минимум, момента. Первое – это возможность очень большого усиления Турции. Эрдоган заявил уже права и на Иерусалим, и вообще на половину земного шара, по-моему, на восстановление Османской империи. Я не уверен, что это хорошо для государства российского и безопасно. Да? Вот. Россия должна помогать Армении. И разговор о том, то, что я понял из ваших новостей, что конфликт происходит не на территории Армении, это не очень серьезный разговор, потому что совершенно понятно, что конфликт будет расползаться, как любая война расползается всегда. Но у России нет возможности, как мне кажется, нет возможности реально военным образом противостоять, ну, фактически турецкой экспансии, которая там сейчас происходит. Ну, просто вот русско-турецкая война для России абсолютно невозможна. И есть еще одно обстоятельство, которое, вот, по крайней мере, в ваших новостях, по-моему, внимания не обращали. Владимиру Владимировичу Путину значительно ближе, психологически, человечески ближе наследственный диктатор Алиев, с ним они говорят, так сказать, на одном языке, чем такой предводитель, вождь народного восстания Никол Пашинян, который пришел к власти на волне народного возмущения, на волне антикоррупционной, антибюрократической революции и так далее. Я, разумеется, не знаю их взаимоотношений, но предполагаю, что для Владимира Владимировича Путина Пашинян – фигура абсолютно неприемлемая, отвратительная там и так далее. Хотя Пашинян ведет себя очень осторожно. Армения в ООН голосует так же, как Россия. Армения, в общем, очень старается быть аккуратной. Ну, это понять можно, потому что мне кажется, что сейчас вопрос может стоять, не исключено, что встанет. Пане Гозман, просто существовало армянського государства. Але ж Вірменія та Азербайджан об'єднані договором про колективну безпеку. Якщо теоретично буде напад на територію Вірменії, суто теоретично. Так, та Росія, Вірменія та Росія. Якщо буде суто теоретично напад на вірменську територію, Росія буде зобов'язана допомогти чи ні? Перекладаю тепер. Зв'язане договором про колективну безпеку Армении и Российской Федерации, если чисто теоретически Армения заявит о нападении на свою территорию, попросит помощи, Россия будет обязана помочь или не обязана? Поможет или не поможет? Значит, Россия будет обязана, и, скорее всего, Россия не поможет. Вот. Обязана будет. Но мало ли кто чем обязан, знаете. Вот. Я не думаю, чтобы у нас были, у российской власти сегодняшней, были возможности вот для такой военной интервенции. И я не думаю, чтобы они на это пошли. Потому что угроза русско-турецкой войны – это, конечно, абсолютная катастрофа. Турецкая армия очень сильна. И думаю, что наши постараются этого дела избегать. Зрозуміло. Спасибо. Дякуємо Леоніду Гозману, російському політику, президенту загальноросійського громадського руху «Союз правих сил» за коментарі.